уважаемые тагибанеры, и даже не тагибанеры тоже, вы мною уважаемые. Я, в общем, посмотрите на мой фейс, на мой наикислейший фейс. Он у меня от того такой, что америкососы скоро закроют мой канал. А я вам, друзья, предлагаю всем переходить на Дзен. На Дзене у меня есть канал. Он называется «Токарь гаражный-профессия будущего». Представляете, я там пока туда все по токарке сливаю, там ничего лишнего не будет. Я буду сюда запускать этот, на YouTube, я буду выпущать только лайффаки. Токарка будет у меня только на Дзене. Сейчас пока я старенькую закачиваю, а скоро начнется и новенькая. Поняли? Так что, друзья, кому интересна токарка, все захотите на Дзен. И я вас очень прошу, даже если вам она не нужна, вы все равно зайдите туда и подпишитесь на мой канал. Мне еще для того, чтобы мне стали показывать рекламу, за которую я буду получать бабло, которое мне перестали платить америкососы. Я сейчас на америкососов работаю бесплатно. А чем я хуже америкососа? А? Я даже лучше его. Поэтому я хочу за свой пи.деж получать бабки. Поэтому, друзья, вы тоже, наверное, такие же патриоты, как и я. И все пожелаете подписаться в мою пользу на мой канал, на Дзене, Яндекс.Дзен. Это новый русский хостинг, представляете? Там тоже платят деньги. И там надо сейчас по-новому, потому что они поняли, что у них шанс перетянуть всех блогеров с Ютуба к себе. Представляете? И все патриоты уже туда переходят. Поэтому они сделали 100 всего-навсего подписчиков, и можно запущать рекламу. Мне, друзья, осталось 30. 30 ровно, потому что у меня уже 72, но 2 будет в запасе. И я подам на монетизацию и буду получать с паршивых овечек русских. Шерсти немножко. Ну, клочок такой маленький. Американцы мне тоже много не платили. Больше 20 долларов в месяц я от них не имел. Но я русский-то... Русский русского поймет и больше будет платить. С вашей помощью, друзья, я вас очень прошу, подпишитесь, а потом дело ваше, будете смотреть или нет. Но лучше смотрите, потому что я сейчас буду на новом месте работать, и новый станок у меня там будет, но не супер новый, новый в том смысле, что другой. И я начну учить опять тех, кто хочет, но не может, или может, но не хочет работать на токарном станке. Спасибо за внимание. Я заканчиваю свое обращение. Внизу под видео будет ссылка на канал на Яндекс.Дзене. Но вы можете просто так найти меня. Просто заходите в поисковик на Яндексе и пишите. Яндекс.Дзен вам все выкатит. А потом пишите. Токарь гаражный-профессия будущего. Знаете, почему будущего? Потому что цифровая экономика скоро до ручки дойдет. И останется только самая надежная профессия, которая называется токарь гаражный. Потому что в гараже вашем вы купите маленький генератор, подсоедините свою... Токарный станок – это машинка для печатания денег, поняли? Умейте образно мыслить. Вы умеете. Значит, вы поймете, что освоив профессию токаря, вы начнете печатать деньги. Столько, сколько захотите, а не столько, сколько вам заплатят.
Представляете, есть разница, когда ты сам на себе работаешь, ты зарабатываешь столько, сколько хочешь. А может и не столько, я не в курсе пока. Я только буду пытаться. Представляете, сейчас там нашел одно место. Посмотрим, поживем, увидим, скоро увидите. Ну все, друзья. Подписывайтесь на Дзен, заходите на Яндекс.Дзен и подписывайтесь на мой канал. Всего вам ого-гошного. Значит, вот такого. Пока. Я вас жду.